Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктим Ча Муктим Ча Дадасинитам Бхаванурупена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада апахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир ясача вакшаси Ясьясте хиде самбид Твам Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Сарвад Бхута Чаматкара Лила Каллола Варидхи Аттулла Мадхура Према Мандито Прия Мандала Триджагад Манасакар Симрали Калакуйитаха Асамара Дхарупа Сри Висма Пито Чарачара Сарвад Бхута Чаматкара Лила Каллола Варидхи Аттулла Мадхура Пема Мандито Прия Мандала Триджагада Манасакар Симрали Калакуйитаха Асаман Ордхо Рупо Сри Висма Пита Чарачара Гаудия Гоштхипати Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Джагадгуру сказал, чем больше мы уклоняемся от лотосных стоп Шри Кришны, Гуру и Вайшнавов, тем больше мы будем испытывать влечение и отвращение от вещей этого материального мира. Прежде всего, необходимо преодолеть влечение и отвращение к вещам этого материального мира, выйти за пределы этого. И затем, если вы будете под руководством Гурупада Падмы, если вы будете испытывать влечение к Харинам Прабху, автоматически вы испытаете влечение к раса-татве, ко всему, что связано с Шри Кришной. Годи Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, чем больше мы уклоняемся от лотосных стоп Кришна Чарана, лотосных стоп Шри Кришны, тем больше мы испытываем влечение и отвращение к материальному миру. Если мы выйдем за пределы этого и испытаем влечение к Пракрита Харинаму, очень легко все темы, связанные с Кришной, станут ясны нам, понятны нам. Мы поймем раса-татву. Не будет никаких сложностей для нас. Но в самом начале, находясь в материальном мире, когда мы под влиянием материального мира, для нас сложно понять лилы Кришны. Мы не можем их понять, для нас это невозможно. Понять раса-татву Кришна-лила, для нас они остаются непостижимыми.
Мы совершаем Кришна-бхаджан, но не можем поверить, что Верховный Господь, обладатель бесконечных брахманд, может ответить всеми каждому, что Он хочет лишь обрести, получить любовь от нас и ничего больше. Прабхупад говорит, вчера я рассказывал о том, как Прабхупад наставляет нас, что нам необходимо вступить в гармонию с Верховным Господом, что невозможно для нас в нынешнем состоянии, потому что дживы крошечные по своей природе, а Верховный Господь бесконечен. Если произойдет какое-то чудо, это может произойти, в противном случае нет. Но мы можем легко скооперировать себя с материальными вещами, с тем, что не связано с Шри Кришной. Для нас это естественно. Это благословение Майи, Махамайя. Потому что Махамайя благословляет нас, мы легко контактируем со всем, что находится в этом материальном мире. Но это наше соприкосновение с материальными вещами приносит, в конце концов, принесет нам боль. Это не вечное, то есть отношения не вечны в этом материальном мире. Я сейчас говорю о абсолютных отношениях, абсолютной гармонизации, а не о временной. В этом материальном мире любые отношения, любые связи, которые мы хотим установить, приносят в конце концов боль, и они не вечны. Они существуют какой-то промежуток времени. То есть с кем-то мы можем выстраивать отношения какой-то промежуток времени, затем они прекращаются. Мирские отношения между мужем и женой, родителями и детьми, друзьями, а также слугой и господином, все они ущербны. И они построены на личной выгоде, на желание личной выгоды. И мы не хотим вступать в подобные отношения, подобные гармонизации. В конце концов, все закончится смертью. Таким образом, мы должны отвергнуть подобный вид гармонизации. То есть трансцендентные отношения. Мы до сих пор не можем их понять. Даже прослушав много-много харикатхи и приняв прибежище садгуру, тем не менее, то есть мы не можем привести себя в гармонию с абсолютной истиной. Я маленькая крошечная частица абсолюта, о котором я забыл. И сейчас я нахожусь в связи с, в соприкосновении с временными
временно существующими объектами. Если бы я достиг Верховного Господа, то есть необходимо молиться о милости Верховного, чтобы тот пролил на меня милость, молиться Верховному Господу день и ночь. Если я смогу привести себя в гармонизацию с Верховной Личностью Бога с помощью полного предания, определенно, 100% Он примет меня. У меня должно быть твердая вера в это в сердце. Если же я не могу поверить в гуру, в милость гуру Вайшнавов и Бхагавана на 100%, в нашу жизнь придут проблемы. Вчера я цитировал шлоку из Брихатвамана Пураны. Сам Кришна говорит: Кришна говорит, все лилы, которые я являю во Вриндаване, совершенны, несравненны. Но когда я думаю о раса лиле, я забываю о самом себе. Я забываю обо всем. Все совершенство присутствует в Раса-лиле. Если вы можете понять, что есть Раса-лила и каково положение гопи, Кришны, тогда вы можете осознать это совершенство. Когда Кришна начинал танец расы, в конце концов, Кришна принял решение начать совершение танца расы, явить эту лилу. Почему же он решил сделать это? Гопи, саддана, сидда, дживатмы также могут принять участие в танце расы. И Кришна хочет исполнить их желания. У него нет своих собственных желаний. Он парипурна. Он абсолютно сама... То есть у него нет никаких посторонних желаний. Никаких... То есть... По сути, у него нет никаких желаний, но тем не менее, они у него есть. И желание его исполнить, то есть доставить счастье гопи. Единственная причина, почему Кришна совершает эту лилу, это распространить сварупананду, свободно распространять ее без всяких ограничений. И эта сварупананда настолько совершенна, уникальна, что сам Кришна не может контролировать себя, когда она исходит от него. Как я уже приводил пример, когда один олень, то есть олень, на животе у оленя, из живота оленя исходит прекрасный аромат, но олень не может понять, где источник этого запаха, и он бегает повсюду в поисках этого источника. Он не может понять, что запах исходит из его живота. Он не понимает, что это от него самого исходит этот прекрасный аромат. И точно так же Сварупананда исходит от Шри Кришны, и такова его природа. Он хочет распространить ее. И Джива Госвами Пад также говорит, когда Кришна
хочет распространить сварупананду бхакти среди новых-новых душ, которые хоть немного квалифицированы. То есть впоследствии он хочет, в конце концов, вначале он хочет дать сварупананду, распространить ее, а затем, впоследствии, он хочет осуществить любовный взаимообмен с ними. И в конце концов он получает счастье от этого. Кришна с помощью своей флейты зовет гопи, и все прибегают принять участие в этом танце. Но между тем, как говорит Шукадев Госвами, попытайтесь понять это правильно. Очень важный момент описан здесь. Шукадев Госвами указывает нам на то, что Кришна Йогешвар, Йогешварешвар, и не только это, он распространяет себя. То есть распространяет себя во множество Кришны. То есть тысячи гопи присутствуют, принимают участие в танце, и Кришна распространяет себя. То есть каждая гопи танцует с Кришной. И когда Кришна танцует, полубоги с райских планет приходят со своими женами, в том числе Шанкар и так далее. Все они хотят видеть этот удивительный танец, который очень редок. То есть это зрелище очень редко. Они знают, как петь, как играть на музыкальных инструментах, и они начинают способствовать этому танцу. И используя слово Йогешварена, Шукадев Госвами дает нам понять, что, как прежде уже, нужно понимать, что Раса-лила длилась ночь Брамы. То есть это очень долгий промежуток времени. Длинный промежуток времени. Прежде всего, Бхагавата-прия. Бхагавата-прия означает... Нужно понять, о чем говорится в этой шлоке, что Бхагавата-прия, все сварупа-шакти, это об этом говорит Шукадев Госвами. Они не хотят возвращаться домой. Несмотря на то, что длительность Раса-лилы была настолько длинной, то есть ночь Брамы. Если мы подсчитаем день Брамы, в сравнении с нашим временем мы с ума сойдем.
Если также ночь подсчитаем, тоже невероятное количество времени. Итак, Раса-лила длилась целую ночь Брахмы. Как можно, сложно даже вообразить ее длительность. Они не хотели возвращаться домой, но они были вынуждены сделать это. Но они чувствовали, что эта ночь прошла как секунда, пролетела как одна секунда. Им хотелось продолжения танца. By this word Bhagavan, if you want to again discuss, going to Sukadeva Goswami wanted to give indication. Шукадева Госвами дает нам указание на то, что Кришна — это Бхагаван. Ему не нужно делать ничего. О чем бы он ни подумал, все автоматически исполняется. Само собой. Bhagavan means there cannot be any desire inside him. В Бхагаване не может быть никаких желаний, никакого неудовлетворения. Он не думает о женщинах, мужчинах. Когда обусловленная душа, взывает к Верховному Господу, наши молитвы не достигают Его, потому что Верховный Господь слишком далеко, наверное, слишком возвышен, слишком высоко. То есть мы должны понять с помощью вот этого слова, что использует Шукадева Госвами, Бхагаван, что у него не может быть никакого неудовлетворения. Тем не менее, как я уже объяснил, у Бхагавана просыпается желание совершать игры с гопи для того, чтобы распространить Сварупананду. Такова его природа, природа Кришны. Bahuvachan. First of all, it is written before Rasalila starting. It is. Прежде чем началась, то есть тут пишется еще до нач, описывается до начала Расалилы. Бхагаван принял решение начать танец Раса. The first slok itself there. Bhagavan Opi Taratrihi Sarada Pulla Mallikaha. Bhagavan Opi Taratrihi. Taratrihi means is plural number, not one night. Bhagavan Opi Taratrihi Sarada Pulla Mallikaha Bhikshu Rantu Manas Chakre Yoga Mayam Upasrita. Мы должны разобраться в том, что значит Таратри в этой шлоке.
What can be the meaning? Bhagavan Sri Krishna already. Bhagavan Sri Krishna. You know, they are going to fulfill their commitment. Хочет already given. Исполнить свое обещание, которое он дал Браджа Гопи, что в предстоящую Пурниму я исполню ваше желание, сказал Бхагаван. И ночью, то есть ночью в Пурниму я исполню ваше желание. После того, как он дал это обещание, прошло много пурним. Но гопи думали, Кришна пообещал, но до сих пор он не исполнил наше желание. Это не значит, что Кришна забыл о них, забыл о своем обещании, забыл о гопи. Кришна не может этого забыть. Как я уже говорил несколько дней назад, Кришна иногда игнорирует нас, не обращает на нас внимания для того, чтобы увеличить нашу решимость в баджане. Когда Кришна исчез с танца расы, была этому причина. Гопи То есть Кришна говорит, что на самом деле я люблю вас внутри сердца, но внешне я игнорирую вас для того, чтобы вы увеличили свое влечение ко мне. Поэтому порой я делаю дистанцию со своими преданными. Каждую пурниму он думал, как же исполнить желание гопи. Значение этих слов в шлоке заключается в том, что множество ночей, множество пурним прошло с того момента, как Кришна пообещал гопи исполнить их желание. Шарада Пурнима. То есть имеется в виду Пурнима осенью. И именно эта Пурнима Йогамая украсила ее в соответствии с желанием Шри Кришны. Йогамая украсила все для Расалилы. И эта ночь была уникальна. В соответствии с желанием Кришны, Йогамая украсила все. Именно в эту Пурниму Кришна решил начать танец расы. Но до того, как начать, он выжидал. Еще одно значение может быть у этой шлоки, что существует полубог ночи. То есть тот, кто управляет ночью, этой ночью. И для того, чтобы послужить Кришне, они выбрали самую длинную, наверное, ночь, чтобы предложить ее Кришне, и чтобы тот смог играть, совершать свои игры для своего полного удовлетворения. Kind of decision, actually Siddhanta Vichara
this way. Also, actually, before starting, he was playing Bangshid Dhani, all Gopikas, they are coming, and actually, when Krishna disappeared from the Когда Кришна исчез с танца расы, в это время гопи, которые побежали на поиски Кришны. После того, как Кришна оставил Вриндаван и уехал в Матхуру, Удав был послан гопи, чтобы тот утешил их. И гопи говорят Удаву Махараджу: Кришна ушел. Но помнит ли Кришна эту ночь? Гопи задают вопрос Удаву Махараджу: вспоминает ли твой Прабу иногда, хотя бы иногда, о этой ночи, о той удивительной лиле? Много раз он совершал лилы вместе с нами, но раса лила особенно. Потому что она была полна наслаждений. Мы сходим с ума, когда мы вспоминаем об этом, о совершенстве этой ночи. Now actually, this Rasa Lila, for long time we are discussing about his excellency. Уже долгое время мы обсуждаем совершенство Раса Лилы. Любой, кто слышит, или рассказывает Раса Лилу в соответствии с тем, что говорит Прабхупад, должен достигнуть определенной квалификации. Шрила Санатана Госвами Пад. Я хочу процитировать лишь, что говорит Шрила Санатана Госвами Пад. Прежде всего, необходимо понять, что Парикшит, что Шукадев Госвами Парамахамса Шешта объясняет Бхагаватам и Расалилу, которая содержится в Бхагаватам. И необходимо понимать ситуацию, в которой был рассказан Шримад Бхагаватам. Он рассказывал это Парикшит Махараджу, и ему осталось всего 7 дней до смерти. Там собрались множество мудрецов. В это время Шукадев Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам, рассказывал Раса Лилу. Поэтому мы должны понимать всю серьезность Раса Лилы, потому что в такой ситуации он не стал бы рассказывать какую-то материальную Кама Лилу. Point is there, but Vaishnava Tasani Tika Sanatana Goswami writing.
Санатан Госвами пишет. Санатан Госвами говорит, даже если есть какая-то хридрога, кама в сердце, если вы сможете понять Расалилу должным образом, то вы сможете, наверное... Если у вас есть какая-то материальная кама, тем не менее, прежде чем эта кама будет очищена, то есть суть в том, что даже если в нашем сердце есть харидрога, кама, мы сможем обрести бхакти еще до того, как уйдет эта нечистота, благодаря могуществу Расалилы. Но только в том случае, если мы поймем ее правильно. В противном случае очень опасно может быть слушание Расалилы, если мы понимаем ее неправильно. То есть према может прийти еще до того, как уйдут нечистоты из сердца. Кама из сердца уйдет прежде. Также Джива Госвамипад объясняет эту шлоку следующим образом. Actually, Jiva Goswami is speaking. This Leela, those who are actually with full faith and Shraddha, if they are going to hear, те, кто будут слушать эту Лилу с полной верой, long distance they are staying, даже если они that still they can get the influence of that Leela, очень далеко, они смогут получить влияние этой лилы, потому что это не какая-то материальная кама-лила. Эта лила уникальна. Если мы хотим очиститься от грязи, нам не нужно... То есть грязью не отмыть грязь. Грязной водой не омыться. Не вымыться. Таким образом, нужно понять уникальность Расалилы. Шридхар Госвамипад говорит, Расалила
Провозглашает, что это камбиджайлила. И для того, чтобы исполнить желание гопи, устроив взаимообмен с Сварупанандой, для того, чтобы распространять Сварупананду, он устраивает эту лилу. Вамшидхани увеличивает апракрита-каму. Гопи родились во Вриндаване. Когда они достигли зрелости, они обрели эту веру, что в один день они встретятся с Кришной. В одну ночь. Они ждали, когда Кришна позовет нас. Он пообещал, что Он позовет, поэтому определенно Он исполнит наше желание. Они с нетерпением ждали. Затем, когда наступила эта особенная ночь, и Кришна позвал их, в Бхагаватам сказано, Кришна начал играть на флейте. И гопи с желанием приняли его всем сердцем. И несмотря на все свои обязанности, они, нарушив правила и предписания, побежали к Кришне. Они хотели принять, то есть иметь в виду достигнуть лотосных стоп Шри Кришны. Всем сердцем они уже приняли его лотосные стопы. Они полны апракрита-камы и бегут каждая из своего дома, никому ничего не говоря. Они сбегают из дома и в конце концов достигают арены танца расы, того места, где происходит эта лила. И здесь упомянут один важный момент. Кто-то может думать, что Кришна бессилен, поэтому ему нужна помощь Йогамайи. Кто-то может заблуждаться таким образом. Но это абсолютное заблуждение. Читание Чаритамрити сказано, ни я не знаю, ни гопи не знают, что будет происходить. Все мы погружены в ананду. Если даже сам Кришна не знает, Кришна говорит, что он не знает. И гопи также не знают, что произойдет. Бхагаван принимает помощь Йогамайи, и поэтому все расалила происходит. Но если даже сам Кришна запутан Йогамайей,
кто-то в таком случае может сказать, что йога-майя, шакти-татва, возвышеннее, чем сам Кришна? Потому что Кришна прибегает к помощи йога-майи. Но сиддханта — это несовершенно ложна. Как мы уже слышали, если кто-то будет говорить подобное, шакти не может находиться без емкости, то есть ей необходима какая-то емкость, в которой она будет находиться. Если нет То есть шакти ничего не может делать сама по себе, поэтому эта сиддханта неправильна. В Чайтанья-чаритамрите также сказано: Мригамадо тар гандхо джайше авичет. Мригамадо тар гандхо джайше авичет. Огни, огни, джала чай нахико, нахико навхед. Mahaprabhu speaking. Мригамадо, actually the sweet smell coming from... Сладостный аромат исходит от кастури. And the мригамадо itself... And the smell is not different. Огни and the power of огни, То есть сам запах и источник его не отличный, так же как огонь и тепло, исходящее от него, не отличны друг от друга. Таким же образом, в Чайтанья-чаритамрите сказано, что Рада и Кришна на самом деле едины. Для того, чтобы наслаждаться этой лилой, они принимают две формы — Кришны и Радхи. Две разные формы. И таким образом, они не отличны друг от друга. Мы видим, что в материальном мире существуют различные мантры. С помощью которых огонь может быть контролируем. То есть можно контролировать огонь. Есть такой камень Чандраканда Мани, как уже выше Махарадж в прошлых лекциях объяснял, что с помощью Чандраканда Мани, то есть этого особого камня, можно контролировать огонь. Много разных мантр существует в этом материальном мире. Итак, йога-майя устраивает ситуацию таким образом, чтобы лила могла осуществиться. Мы можем думать, что Кришна вынужден принять помощь йога-майи из-за того, что он бессилен. Но мы прекрасно знаем, что Кришна под контролем Кришны.
соответствии с желанием Кришны, Йогамая совершает эти лилы. Но на самом деле она под контролем Кришны. Кришна может делать все, что угодно. Возможно, невозможно. Майя может устраивать лилы в соответствии с желанием Кришны. Кришна, но Кришна сам может делать все, что угодно, наверное. И когда гопи уже пришли к Кришне, он выражает пренебрежительное настроение. Для того, чтобы проверить их любовь. Вы благочестивые девушки, женщины. Как я могу вам помочь? Как я могу вам послужить? Вы прибыли с Враджа, как там дела? Все ли в порядке? То есть он-то так играет с ними, заигрывает, проверяя их. А для чего вы пришли? По какой причине вы прибыли сюда? It is called actually purva purva rag dasa. Actually purva purva rag dasa. Those brajagopikas, there is some purva rag. То есть это называется пурва рага. Прежде чем встретиться с Кришной, они развили. So it is not new, but still Krishna going to test them. Наверное, глубокое желание встречи с ним. С помощью своей флейты Кришна созвал всех гопи. Но когда они пришли, он проверяет их. That this night is very dangerous night. Rajaniya sa ghor rupa ghor satto nishivita pratiyato brajan neho stiyo strivi suvadhava. All you should not stay here. This night is very dangerous. Ночь очень опасна. Вам опасно здесь оставаться, поэтому скорее уходите, возвращайтесь домой. There is so many ferocious animals there. Тут полно хищных зверей. Так Кришна проверяет их. Но они не готовы возвращаться. На этом
Я хочу остановиться на сегодня, я не очень хорошо себя чувствую. Нишамма гитам тадананга вардханам ваясрияха Кришна гхита манаса Аджагмур анна анна алакшито дамаха Саятро канто джавалоло кунджалаха Банча калпадарусе кипасиндвавачу Патитанам паванам.